Мэри Пит MJK-350. Финский профилировщик Мэри Пит MJK-350 предназначен для подготовки заросшей и заболоченной почвы под сельскохозяйственное использование. Подпочва разрабатывается на 30-40 см ниже грунта. Вся растительность и пни измельчаются в этом слое. Мульчирователь используется как навесное оборудование для трактора мощностью не менее 250 лошадиных сил. Оборудование состоит из винтовых резцов, измельчителя и катка, который укладывает растительность. Заданный уровень разработки почвы поддерживается автоматически, а боковые профилировщики выравнивают готовый слой почвы, то есть отпадает необходимость во второй проходке. Измельченная стружка и остатки растений равномерно распределяются по поверхности, образуя уже удобренный слой, который может быть использован в качестве торфяного топлива, не требующего дальнейшей обработки при использовании. RangeWorks Tandem Aerator. RangeWorks Tandem Aerator разработан с нуля для аэрации пастбищ и управления земельными ресурсами. Благодаря использованию ножей Ranch Tech, конструкции из толстолистовой стали и шипов сложной формы, его возможности варьируются от максимальной, для закрепления уже используемых грунтов, до зачистки и подготовки земель под пастбище или плодородные поля, в зависимости от настроек положения рабочих барабанов. Запатентованный профиль спирального лезвия разработан специально для облегчения уплотнения, удаления остатков растений и создания ячеек для воды и удобрений, чтобы добраться до корневой зоны, не нанося вред плодородному слою. Высокая скорость разработки, невысокая стоимость и простота в управлении – главные преимущества оборудования. De Bruijn Chopper Roller. De Bruijn Chopper Roller – это простые сверхмощные машины, выполненные как единичные катки, либо в виде тандема шириной 3 метра. Они используются для вспашки заросших участков, чтобы ускорить разложение материала в мульчу. В тяжелых условиях более эффективно использовать двойную проходку раз в 3 месяца, используя один валик в сцепке с 250-300-сильным бульдозером. В барабане есть дополнительный гидрокомпенсатор, который способствует дополнительному проворачиванию барабана. Чтобы уменьшить нагрузку при движении в гору, тяговое усилие можно перемещать гидравликой ближе к центру барабана. Оба вала идентичны, и тандем может быть легко разделен на две отдельные машины. QuickTrim 53 – мобильный обрезчик деревьев. QuickTrim разработан американской компанией Loftness Manufacturing. Машина предназначена для обрезки сучков и ухода за деревьями в коммунальном и парковом хозяйстве, в садах, лесничествах и прочих. Она оснащена дисковой пилой диаметром 600 мм, вращающейся с частотой 3000 оборотов в минуту. Пила установлена на трехсекционной 16-метровой телескопической стреле из усиленного стеклопластика. Стрела выдвигается с помощью одного длинноходного гидроцилиндра. Может наклоняться на 90 градусов и перемещаться в горизонтальной плоскости за счет поворота стойки на 35 градусов в обе стороны. Агрегат представляет собой автономную самоходную машину на базе гусеничного мини-экскаватора с нулевым задним свесом платформы. Надстройка может поворачиваться без ограничений. Главные преимущества машины – маневренность в условиях тесноты и высокая производительность при обрезке ветвей деревьев. Super Forest. Валка деревьев – процесс сложный, но порой не меньше сложности доставляет процесс утилизации. Однако, благодаря использованию современных технологий, на свет появилось уникальное специализированное оборудование, позволяющее из отходов древесины производить мульчу, пригодную для производства ДСП, ДВП, для животноводства и озеленения. Основное назначение мульчера Super Forest – повал и последующее измельчение стволов деревьев, пней, кустарников, диаметр которых не превышает 45 см. Роторные косилки снабжены гидравлически регулируемым бампером. Бампер предназначен для отклонения скашиваемой древесной растительности в противоположную сторону от трактора. Таким образом, он препятствует падению скошенного дерева на трактор. Высота расположения ротора над уровнем земли регулируется с помощью салазок. Все работы производятся только на поверхности земли, без заглубления в почву. Bucket Mouse TSG 1000.
Бакет Маус уже более 10 лет участвует в подготовке сельхозугодий и землеустройстве и в крупнейших ландшафтных работах по всему миру. Мульчер фактически приумножает прибыльность компаний, использующих такие системы. Это достигается за счет мульчи, увеличивающей темпы роста растений или пастбищ на 20% и дает возможность посадки круглый год, удерживая влагу при нулевой эрозии. Машина на гусеничном ходу оборудована высокооборотистым зубчатым валом, который может измельчать пни диаметром от 600 до 800 мм и высотой до 1 метра, а также может измельчать корневую систему растений на глубине до 30 см. Ширина вала 2,5 метра. Машина приводится в движение 970-сильным турбодизелем и имеет фантастическую производительность. Во время испытаний мульчер обработал 30 тысяч гектар заросшей земли в Новой Зеландии со скоростью 2,5 км в час. Понце К-121. Погрузчик, предназначенный для отгрузки леса кругляка в тяжелых условиях. На склонах, в заболоченных районах, в условиях ограниченного пространства. Гидросистема погрузчика находится внутри стрелы, поэтому полностью защищена от повреждений. При этом доступ к ней для обслуживания и контроля очень простой. Стрела имеет подъемный момент 195 кН-метров, поворотный крутящий момент 48 кН-метров, а вылет стрелы составляет от 8 до 10 метров. Геометрия погрузчика продумана так, что он сохраняет устойчивость даже под нагрузкой и на неровностях рельефа. Управление стрелой производится джойстиком, а все настройки можно изменить из кабины оператора с помощью сенсорного монитора. Кроме отгрузки леса на вырубке, погрузчик оптимально работает при погрузке длинных и тяжелых бревен в железнодорожные вагоны, благодаря большому вылету стрелы и высокой грузоподъемности. Kubota X080. Advanced Forest Equipment Inc. разработала оригинальный профессиональный дисковый мульчер для использования в качестве навесного оборудования для экскаватора. Гидравлический двигатель SunFab используется на лесозаготовительной муфте для экскаватора RDM-38 Eco, что позволяет эффективно мульчировать растительность на расстоянии вылета стрелы. Гидросистема подключается к системе базовой машины и приводит в движение ротор-измельчитель с 16 твердосплавными зубьями. Ротор вращается с частотой от 2,5 до 5,5 тысяч оборотов в минуту. Рабочий орган закрыт надежным защитным корпусом и может измельчать стволы и стебли диаметром от 120 до 150 мм, а функция экскаваторного ковша позволяет рассчитать обработанную территорию. Ротор имеет систему самоочистки от стеблей, а гидромотор навесного мульчера дополнительно защищен кожухом из высокопрочной стали. Спасибо, друзья, что внимательно смотрели. Если видео было интересным, не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. До новых встреч!